Ярский водопад, это его боковая сторона, часть воды омывает и остров, там где водопад. Но поток такой серьезный. Чувствуется мощность. Шум, конечно, надо громко очень говорить, потому что не слышно. Но красиво. Покупаться бы здесь я не рискнул. Никак, нет. Не, ну покупаться можно, только один раз. Он же и последний. Завораживает. Это картина такая. Это еще и даже не водопад, а уже восхищенное настроение. Вот это да, Гена, я в шоке, конечно. Долетишь, два раза умрешь из страха. Кстати, с той стороны люди, бывало, спасались, когда падали. Ну, прыгали. А здесь шансы. Колесо обозрения, это у нас уже сторона Канады.
летнее время скорость движения воды 2 554 875 метров в секунду. Высота 51 метр. Объем по ширине 762 метра. Это водопад Подкова. Конечно, такая вода красивая, бирюзовая, обалденная вода. Цвет, конечно, красивый. Эй, Канада! Привет! На той стороне! The water that flows over the falls comes from four of the five Great Lakes.
From here, the water goes down the Niagara River to Lake Ontario, then the St. Lawrence River, and finally to the Atlantic Ocean. Just to the right of the falls is the journey behind the falls. Nous approchons le creux canadien, où les chutes sont à cheval. Cette chute sur 52 mètres ou 170 pieds en hauteur, avec une longueur de 760 mètres ou de 2500 pieds. C'est ici que les cascadeurs sont venus chercher leur réputation. La première, en 1901, fut la maîtresse d'école Annie. Roger Woodward, âgé de 7 ans, fut envahi par le chute portant seulement un costume de bain et un veston de sauvetage. Miraculeusement, il survécut. Еще тоже весело будет. Мы не четвёртый раз повезем? Нет, мы туда пойдем пешком. Да,
году. Gracias.